Доброе утро, мои любимые. Времени 5:45, а я уже готов. Привет, привет. Проснулась где-то час назад. Как классно, когда тишина. Нету Тауши. Ну, в общем, не шумно. Пойдемте погуляем. Взяла наушнички свои. Оставлю внизу. Утро туманное, утро седое. Можно немножко погулять, но мне нужно будить гостя из 10 номера. Представляете, он 38-го года рождения. Получается, я там считала примерно. Ему 83 года, что ли. Мусор еще не вывезли рано. Вот правда. Он вообще... такой веселый дедуля. Как будто ему лет 30. Ни одну женщину не пропускает. Вот правда. Спарта. Спарта. А то наш пониже. Мне его нужно будет в 7 утра. Он попросил, говорит. Я записался на массаж. Ирочка. Постоянно ходит. Говорит. Я вообще от вас отойти не могу. Ирина, что вы со мной делаете? Потом, короче, приходит, притаскивает шоколадку. Или... красиво, да? Притаскивает шоколадку или... какие-то фрукты. Говорит, я купил себе, но специально вам хочу дать. Я говорю, нет, не надо. Сами кушайте, Виктор. Потом он, короче, всю жизнь был военным. А вот сейчас живет где-то в Москве или в Подмосковье, я не знаю. Класс, может, реализатором пойти на месяцок, заработать денег. Правда, они говорят, получают... неплохо. Ну, как минимум, раза в 3 больше, чем нам платят. Да. Наша знакомая дворничка решила покурить. Улыбается мне. Приятно. Меня реально тут уже все знают. Какие шишечки. А я уснула рано вчера, наверное, часов в 11. Просто раз и отрубилась. Уже организм не выдерживает. Еще даже солнышко не вышло. Ну как, оно вышло, конечно, но его еще не видно из-за гор. Танюшка еще закрыта. Цветочки на лавочке красиво лежат. О, какие игрушки. Ту-т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 у
Ты в восьмом ряду. А, или я. Я в восьмом ряду. В восьмом ряду. Меня узнаете, маэстро. Вот это же не заберут. Так и будет тут валяться. Ничего, такая я. Ненормальная. Теперь заберут. Мужики болтают, воробушек прыгают. А мы с вами идем на море. И тапочек не заберут. Ну тапочек пофиг. А это там сок внутри. На него может машина заехать. Или кто-нибудь спотыкнуться, упасть. Просили какой-то отель мне показать. Не знаю какой. Я вот, например, отель Лулу посмотрела бы. С балкончика на море. Представляете, 10 лет уже с Юлькой дружим. Я помню, мы несколько лет назад были в Крыму и так ходили вот по первой линии, которая на море выходит, и говорили с ней: все, в следующем году там или в следующий раз мы обязательно приедем, снимем на первой линии, чтобы просыпаться утром и чтобы наши окна смотрели на море. Такая у нас была мечта. Но все еще не доехали до первой линии. Как классно, мало людей. Собачка! Собачка! Привет! Привет, мое солнышко! Что там роет? Ну ладно. Вообще людей мало, плавает раз, два, три, четыре, человек 10, и на пляже человек, не знаю, 20, ну, больше, может, 30. Помните, когда мы только приехали сюда, ходили на пляж, он был вообще такой пустой, ни одного человека, ни души, как это, помните, в сказке, никого? Никого. Никого. О, вышла. Привет, солнышко. Ура, вышла. Никого. Никого. Нашла камешек беленький. Вот так вот. Вот как я сейчас в воду пойду? Я испачкаю свои крутые тапочки. А мне этого не хочется. Что делать? Вот тут песочек. Смотрите. Ух ты, высохнет. Что за камешек такой красивый? Давайте посмотрим. Смотрите, он как розочка. Класс. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Возьму розочку. Спасибо тебе, морюшка. Какая вода прозрачная. Хочу походить по воде. Как парное молоко. Как можно в такой воде плавать? Она реально теплая. Как парное молоко. Ой. Ой. Там дальше на песок больно. Ну что, массаж. Массаж. Че ты падаешь-то? Не хочешь? К Юльке. Как классно на море, мои любимые. Просто так шум.
море слушать, больше ничего не надо. Мальчики. Рыбалка. О, какой красивый. Белый-белый прям. Смотрите. Вот еще. Хотя она сказала, хочет кругленькие. Овальненький. Ничего страшного. Та-та-та-та-та. Да-та-та. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. О, сколько она собрала. В карманчик положила. Водичка вообще прозрачная и теплая. Здрасте. Ай, красота. Как теперь вот мне обуть тапочки? Не знаю. Видите, даже волн нет. Почти. Очень классно. Море просто сказка. Сегодня Юлька посидит, а я пойду на море плавать с кругом. Как говорят арабы, иншааллах. Это значит дай бог. Речечка молодец, упражнение делает. Умница. Вот это женщина. Там собачка плавать пошла. Ой, искусственный пирсик сделали. Не было его тут. Красота. Все, собачка назад плывет. Не снимайте, пожалуйста. Нафиг. Кричит мне, не снимайте, пожалуйста. Разберусь я. Что снимать, что не снимать. О, пришли. Привет. Вот такое прекрасное утро. Так что... Ангелы мне говорят, что не надо снимать. Ну, это же люди, же проводники. Почему не надо снимать, не знаю. Ну, в общем, пока, мои любимые. Прогулялись с вами на морюшке. Хотела в сквер сводить вас. Туда, куда-нибудь в это, в зеленый. Но уже в другой раз мне надо идти Виктора будить. Люблю вас. Всем волшебного утра.